Сразу несколько новинок крупнейшего мясопереработчика страны Березовского мясоконсервного комбината сегодня можно смело отнести к элементам гастротуризма. К примеру, придать белорусскому столу южный средиземноморский колорит поможет Санторини. И дело не только в названии. Наша новиночка – продукт сыровялины Санторини Престиж. Она изготовлена из внутренней мышцы говяжьей вырезки с использованием средиземноморских специй. На разрезе она имеет необыкновенный красивый мраморный вид и на вкус необыкновенно мягкая, сочная, упругая и обалденно вкусная. В один миг перенестись не на тысячи километров, а на десятки лет. Сложно? Нисколько, отвечают специалисты Березовского мясоконсервного и предлагают продукцию, вкус которой способен перенести в прошлое. Многие сегодня с ностальгией вспоминают ароматы, вкусовые качества варенки родом из СССР. Ответ мясопереработчиков из Березы – колбаса советская. Создавая этот продукт, мы хотели повторить вкус советский, вкус из детства. Для изготовления этой колбасы мы используем только охлажденную свинину и говядину, молоко, яйцо и натуральные специи, дымопроницаемую целлофановую оболочку. Я думаю, что нам удалось вспомнить вкус детства. Еще один продукт мясокомбината – пельмени. Любимое блюдо десятков и даже сотен тысяч человек имеет богатую историю и широкий географический охват. Считается, что поселились они на кухнях десятков стран мира в 14-15 веках, а пришли с Урала. Их приготовление – процесс особый, требующий собранности, кропотливости и хорошего настроения. У работников комбината с вышеперечисленным проблем нет. Сегодня на предприятии изготавливают 11 видов пельменей. В помощь людям современная техника. Линия была куплена в Италии и установлена несколько лет назад. Уникальная особенность – функция ручной или домашней лепки. У нас две линейки пельменей. Одна линейка – это сябруки, про которые мы тоже ласково говорим, что вельми смачные пельмени, только из мяса и муки. И действительно, для производства этих пельменей мы используем только свинину, говядину, лук и специи, и также муку не ниже высшего сорта. И вторая линейка – это более бюджетный вариант, где помимо говядины и свинины мы используем мясо птицы, мы используем субпродукты. Для удешевления мы не используем соевые белки и не используем клетчатку. Пельмени эти – это знатные новые, уральские новые, домашние, застольные, белорусские. Пользуются большим повышенным спросом у покупателей. В смену здесь производят до 6 тонн пельменей. Реализуют их в трех упаковках. В коробках по 500 грамм, пачках по 400 грамм и весовые по 10 килограмм. Наши пельмени, хозяйка, любая хозяйка, она и как для скорого обеда, так если у нее нагрянут гости, они ее выручат, и она всегда будет на высоте. В рамках сюжета нам удалось рассказать о нескольких продуктах, которые специалисты Березовского мясоконсервного разработали для своих настоящих и будущих покупателей. Но мы очертили только пару направлений гастротуризма. Будьте уверены, отправившись в магазин за одним из этих продуктов, вы обязательно найдете еще что-нибудь интересное, вкусное и полезное. Предприятие выпускает 300 видов колбасных изделий, 200 видов полуфабрикатов, 80 видов консервов. Жить нужно вкусно, уверяют березовчане и помогают воплотить принцип в жизнь. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.